эти ножи не игрушка. Выглядит безобидно, правда? Как бы не так. А этот вообще пластиковый. Однако одно неловкое движение и... Блин! И можно пораниться. Похоже на игрушку? А если так? А еще такой есть. И такой. Вот так выглядит забавно. Пока не узнаешь, что у него клинок 9 сантиметров. Кстати, крысой зовут. Да, тут затуплен кончик. Но лучше и за ним приглядывать. А это Бэби Бантер. Маленький, да удаленький. Короче, с любым ножом нужно быть начеку. А за настоящими ножами приходите в Forest Home.